Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Златогорья 2. И в этой серии мы направимся в корчму, не, пока еще подеремся. А, вот, но направимся в корчму, чтобы дальше там по квестам делать. А, вот, но нам мешают это сделать, черт возьми. Вот, давайте расправляться с этими мерзавцами. В корчме у нас будет вариант освободить первого помощника нашего, но здесь огромный минус этих помощников, чертовы, потому что они отбирают у тебя опыт. То есть, если у нас будет три помощника, здесь вот три портретика, то весь получаемый опыт будет делиться на всех. Соответственно, нам это очень невыгодно. И в принципе, помощники нам, я так думаю, что не нужны, потому что мы и так всех выносим, как можно видеть, да? По крайней мере, на начальном этапе он нам точно не пригодится. На потом, когда, например, можно взять какой-то хил, тогда он не будет убирать. Но он бот не прокачан, поэтому не знаю пока. Но пока так я не собираюсь его брать. Там можно его взять и как бы сразу освободить. Вот, отпустить. Поэтому, наверное, так и сделаем. Не думаю, что нам пригодится. Вот. И попытаемся с Соляного. Я думаю, что чем сильнее прокачаемся. Потом, наверное, под конец игры, наверное, даже можно будет и там дубинами какими-то. Ну, короче, блин. Заговорился, надо было это, сейчас нас стукнет. Можно будет. А сколько у тебя хп, кстати? 34, так. Можем сейчас попробовать завалить ее, чтобы банку османа не пить. У него вообще хп не осталось сейчас. Она будет убегать, если промахнемся. Еще и левел взяли, отлично. Отлично, так. Жалко с этих, видите, предметы падают только с людей. Так, мы уползаем. 26, кстати говоря. 26, нормально. Мы уползаем следопыта до десятки. Нам вот не хватает как раз немножечко, да? Да, вот, и там будет еще предметы, ну, поиск предметов, да, улучшенные, вот. Со следующего левела, я так думаю, мы ее возьмем. 26, наверное, давайте возьмем интеллекта и мудрости. Нам в любом случае их придется прокачивать, поэтому. Ну, не придется, как же, что значит придется? Мы сами хотим их прокачивать. И, наверное, возьмем, давайте внимание. Потому что на внимание, по-моему, у нас нет никаких банок. Поэтому его будем качать постольку поскольку. Оно добавлять нам будет немножко совсем мизер, да, там защита. Но вкидывать, например, в удачу смысла нет. А телосложение и сила мы будем банками их уменьшать. Поэтому тоже особо смысла их апать нету. Поэтому как-то так. Думаю, что, как говорится, все будет хорошо. Все будет хорошо. Так, да качим, дадите мне дойти, мерзавца. Нормально. Тут сейчас целая гора квестов, вот, тоже. Прилично одетый человек проходит рядом с вами, совершает пару неуловимых движений и быстро убегает. В панике, пошарив по карману, вы обнаружите пропажу браслета Алдана. Ой, кстати, зря. Я забыл. Помните, я говорил, что когда мы переходим на локацию, то у нас это самое, появляются в сундуках вещи. Давайте, там очень хорошие сундуки на площади, поэтому давайте, наверное, попробуем поднять левел, чтобы докачать следопыта. То есть нам надо поднять один левел, нам надо. Да, все забыли про это. Ничего себе, сколько дано? 1900 опыта. 900 опыта. Ну, кстати, 9 стычек всего-то, в принципе. Давайте попробуем. Да. Может быть, набьем. Потому что мне шмотки очень нужны. Поэтому стоит, я думаю, все-таки попробовать. Если что. Не знаю, давайте парочку хотя бы запишу. Посмотрим, что будет. Зараза, ничего себе. Так, на, еще один раз. Вот, да, и, кстати, манг, видите, растет, красота. Так, главное, чтобы это там не атаковал нас сейчас. За этих мало дают опыта, очень жаль. Вот, но это просто выживание, черт возьми, нам надо это делать. По крайней мере, в самом начале. Это еще не... это два самых имбовых заклинания в игре, блин. Есть еще третье, которое вообще полностью ломает весь бой. И она ускоряет бой, я не знаю... раз, наверное... Ну, в раза в 2-3 точно ускоряет. То есть, видите, сейчас я медленно бью, то есть по 2. Потом битвы будут очень быстрые. То есть я буду просто как пулемет этим заклинанием стрелять. Вот, и как бы... Побыстрее. Что ты... Ну, кстати, 40, ничего такого.
Неплохо. Что у нас по весу? 36, да, битком, битком, битком. Так, у нас еще один здесь. Реген маны такой себе, конечно, да? Немножко. Но хотя можно, например, какой-нибудь этот кольцо-то вот на 30 было купить, блин, да и все. Очень неохота тратить, блин. Давай его попробуем сейчас дубиной завалить. Сейчас мы очков движения у него отнимем. Неохота банку маны тратить на них. Ой-ой, извините, пожалуйста. Ну так, чтоб нам по башке-то не давали. Минус 3. Да, долго мы его будем валить. Ладно, тогда. Придется все-таки. Придется банку на него ухайдакать. Но ничего страшного. Да, зараза. Звуки такие, пипец. Так, ну что-то около 5-6 ходов прошло. Еще, наверное, хода 3. Он потерпит. Да блин, пипец, у него хелов вообще. Копейки остались. Так, давай. Я понял, извините, пожалуйста. На, блин, придется еще одну банку пить. Блин, ну очень хреново. Сейчас убил, вообще будет огонь. Ладно, жадность фрая разгубила, черт возьми, блин. На, вот, блин, одно заклинание, пипец, две банки сожрал. Ну как так? Ну Семен Семенович. О, хотя бы вознаградил. Так, не опознал, смотри-ка, не опознал. Максимальное количество энергии, окей. Так, ну что там, по левелу у нас ничего не поменялось, поэтому поливать, наплевать там эти сундуки. Давайте уже просто в корчму пойдем уже. Сейчас будет главная проблема. Сколько у нас сильный перевес? 3 перевеса, да? Ничего у нас там не добавляет. Повреждение холодом. Воровство энергии. 3, 1,5. Интересно, вес изменится? Нифига. Ну, ладно тогда, окей. Ладно, будем надеяться, что у нас сейчас нет сама, никто не нападет на нас до корчмы. Ну, что, вряд ли, но, блин, падла. Потому что у нас сейчас уменьшено количество очков. Ну, давай попробуем. Там одного как-нибудь бы. А, ну 20, так, ну, так нормально. Слишком далеко. Только не первые, братаны. Пипец. Ладно, сейчас мы раскатаем их. Ладно, второй не загрелся. Так, все, 8 ходов у нас есть. Но сейчас, по идее, не должен быть. Да. Так, что-то у него какой-то, дэв дикий. Здесь, слушайте, на пальцы попробовать. Раза. Так, 7 ходов. Ну-ка. Ай, такая же. Вот это вообще какой-то крепенький. Ой-ой-ой-ой, ничего себе, ты что, дурак? Так, 6 ходов. Так, все, он сходил, отлично. Так, 6 ходов, 5 ходов. Надо караулить. 5 ходов. Так, 4 хода. Три хода. Сколько там? На 9? Точно на 9. Так, сейчас надо колдовать. А, вон нормально. Так, так, 3 хода. Где-то у него ходов 5, наверное, сейчас есть. Так. Ну, на всякий случай давайте вот так. Поднакинем еще, чтобы уж точно.
тут можно уже не считать. Как бы сейчас... Сколько у него хп? 100? А, 92. Очень крепкий перевес. Сейчас еще нам тут шмоток надают. У нас еще больше перевес будет. Как хорошо, видите, когда ровно 20 навыков, ну, этих очков действия, да, ход сам автоматически заканчивается, когда они у вас заканчиваются. Удобно очень. Не надо ждать, блин. Ну, пробел нажимать. И ход закончился. Вот последний удар, вот отвечаю. Ну, ладно. Так, последний ход, я думаю, он у нас сейчас тут начнет мутузить, поэтому давай вот так. Мана в любом случае уже банку мы не выпьем, мы убьем раньше его, поэтому тратить можно всю. Ну да, так и есть. Так, сейчас посмотрим, что нам дадут. Так, отлично, опять еще перевеса, да, нам дали. Ну-ка, опа, еще каменных. И перевес у нас уже 48. Итого у нас 11. Вот сейчас у нас уже 11. То есть вот, тупо на одно заклинание. Вот сейчас нас будут уже выносить, мама не горюй. Поэтому сейчас надо будет как-то по возможности выйдить. Давай, давай, детка. А, хорошо, ладно, пойдет. Так, у нас тут украли, да? Это, нам лази поторговать, кстати говоря. У нас украли амулет. Вот, но это сюжетная линия, поэтому ничего не попишем. Так, погнали. Поползаем по сундучкам, посмотрим. Да, ничего не выпало. А вот здесь сундук есть один очень хороший. Нифига себе, где взял. Вот за этим мужиком, вот этот. Там очень много заклинаний постоянно бывало. Ну-ка. Да, я не знаю, почему. Видимо, как-то запрограммирован или черт его знает. Вот постоянно вот этот сундук выпадал какой-то зверский просто. Просто-напросто. Заклинание огненный шар. А вот я не знаю, огненный шар, это интересно, какого левела? Ну, книжки вот эти все, огненный шторм, ничего себе, энергия минус 17. Это против магов, да? Магия света 14-13. Ну, очки 10-20, обалдеть. Пипец. Так, сразу все тут пробежимся по всем этим. Перевес у нас, конечно, да, банки. Красота какая. Стоило бы, конечно, реально прокачаться до следопыта, да, чтобы еще банок здесь побольше было. Ну ладно уж. Там уж больно долго эти битвы все. Думаю, можно сойти. Так, вроде как. Вроде как больше ничего нету. Давайте первому торговцу сразу толкнем все. Вот этот вот у нас. Вы правильно сделали, что обратились ко мне. Мои цены приятно вас удивят. Хорошо, посмотрим на твой товар. А, да, тут какие-то уже огромные эти пошли, да? Огненный шар, мудрость плюс 2, но он двуручный, видите? Мудрость плюс 2, это, конечно, круто, но он двуручный. У нас мы можем, как бы, составить, я думаю, получше. Так, давай-ка вот эту опознать. Вот смотрите, за 100 монет опознать, с ума сойти. Инициатива плюс 6, 4, 5, а у нас... 4 и 7, кстати говоря, мы себе их оденем. Почему я не могу одеть их? Инициатива плюс 6. А, я понял. У нас эти, наверное, добавляют телосложение 2, да. Поэтому мы не можем их одеть. Ну, окей, ладно. Так, 130. А ты у тебя? О, 1200. Ничего себе. Я, пожалуй, вот это вот продам. Простой энергии нам не надо. Проще банку выпить. 1200. Дураки, что ли? Я, кстати, хочу попробовать огненный шар. А потом пока оставим. Так, телосложение. Так, броня нам не особо нужна. Максимальная энергия, это все продаем. Так, изящный золотой амулет. Ну, тупо ради денег получается. Хотя из него, по-моему, что-то можно будет сделать именно в этом... в кузнечном деле, но это не точно. Так, дробящие повреждения. Это все у нас в сопротивлениях... Мы это продадим. Оставляем из свитков только повреждения, чтобы можно было просто кастануть и забыть. Так, сопротивление огню продаем. Эти банки, мне кажется, слишком. Хотя уже, нет, надо, стоит начинать копить уже его. Сложение туда же. Рано или поздно пригодится. Я не помню, отходы нужны это куда-то или нет, блин. Пока оставим. Это, по-моему, отходы алхимии, а вот это кузнечного дела. Остается после работы мастера. Я не помню, нужны они или нет. Пока оставим, что-нибудь по весу. Вес 0.1 сойдет. Так, на 5000 наторговали. Давайте посмотрим заклинание. Нам очень нужно еще одно заклинание из природы. Но пока оно нам не попадается. Да, пока мы левел маленький. Давайте остальные посмотрим. Скорость остальные здоровья.
Так, сопротивление рубки, повреждение холодом, сопротивляемость холоду. Вот тоже хитрая штука, да? Мы бьем холодом и сразу же повышаем сопротивление холодом цели. Это же пипец. У нас на один раз у любви какое-то странно здесь. Это самое непонятно, блин. Вот, повреждение ядом, очень типа такого. У нас тьмы, правда. О, кстати, может есть. Вот она. Все. Вот это заклинание имбовое самое. Просто пипец. Очки действия 9, оно также абсолютно стакается. И точность минус 23. Воину бесполезно, магу. Вы представляете, короче, просто это на показать. Это такая чертова еба, что мама не горюй. Это просто жесть. Это просто жесть. О, точность 0. Нифига себе, 2 хода. Тоже прикольно. 1.29, повреждение холодом. Но пока у нас тут ничего не прокачано, давайте посмотрим, что по рецептам у нее есть. Рецепты нам пригодятся. Господи, боже ты мой, что у тебя тут? Так, ничего нету, да? 2.800 плюсов у нас, отлично. Ну, барыга чистой воды. Так, отлично. Отлично, отлично. Их можно изучить на любом уровне, но использовать можно только, вот видите. Необходимая магия света 7, волшебный шторм. Так, двойная сфера, класс брони плюс 5. Вот, например, если играть со спутником, да, и бафать его. Представляете, класс брони постоянно бафать на 9 ходов. То есть мы можем 2 раза его кастовать. И потом под конец там, ну не знаю, через хода, через 3 у нас такой псих будет там. Вообще просто кошмар. Так, вот она, да? Да, магия природы 4. Но давайте сначала прокачаем туда, потому что мы, ну, в этот следопыт, а потом уже со всем этим разберемся. Так, погнали. Тут сейчас надо поговорить. Доброго дня, как дела? Да ничего, у тебя? Как у всех, тяжела участь колдуна, и это чем же? Все думают, что хорошего от нас ждать не приходится. Чуть что сразу колдуны. Погода плохая, колдуны напортачили. Не урожай, колдуны, заразы, подгадили. Бездельник Лодус из Светлограда надрался. Жена считает, что это колдуны его заколдовали. Да. Так, ух ты, ничего себе. Ничего себе. Максимальное количество здоровья плюс 20. Охренеть, вы представляете, тоже можно забафаться хэла в себе. На 9, на 8 ходов. Обалдеть. Нифига тут танковать можно, да? Нихрена. Если надо кого-то спасти, например, представляете? Обалдеть. Он сразу и хилит. Вообще, как это имба? И хилит, и хелов добавляют. Просто обалдеть. Так, у нас тут тупо по уровню, да, не проходим. Блин, так-то прикольная тема. Но за 3000 пока нам она не нужна. Магия тут просто вообще... Просто жесть. Так, эти нам врагами будут, да? Давайте посмотрим, что у остальных. Ты кто? Приветствую тебя, путник. Уверен, в твоих странствиях тебе пригодятся великолепные товары, которые ты можешь приобрести. Давай тут поторгуем. Нам мана сейчас нужна, вот которая плюс 50. Так. Постоянку мы, наверное, сами будем делать. Вот, вот, надо сейчас скупать вот всю вот эту вот лабуду. Потому что она, вот особенно вот железо гидры. Вот это вот нам обязательно все надо покупать. Так, что у нас по мане? У нас 5 осталось, да? 6 тысяч. Ну давай, наверное, сколько тут? Так, сколько она там? 200, да? То есть 5 тысяч. Давай, наверное, сколько у нас? 2. Давай, наверное, штучек 10, это 2000. Еще 2. Ну давай 10 еще пока купим. Вот так вот. И на обмен 3000 более-менее. Еще, чтобы хоть какие-то деньги остались. Пойдет. Так, сразу выставляем. С деньгами, видите, банки, маны. То есть реген не нужен. Если есть деньги, надо упор деньги делать. И все, и реген маны абсолютно не нужен. Проще сожрать банки. И как бы, и все дела. Так. Давай посмотрим, что у тебя есть. Посохи. Жгучая пыль, мудрость плюс 1. А что по рецептам? Рецептам, наверное, надо у алхимика, да, искать. Да, что-то тут я прогадал. Ладно, тут пока нам не особо. Так, что у тебя есть? Ага, броня. Вот с броней было бы неплохо. Надо уже потихонечку закупаться. Слава плюс 5, я думал, сила плюс 5. О, телосложение плюс 1. Но это у нас диадема, это на голову. У нас тут вообще огонь. Тело, блин, пипец, они уже весят на 9 килограмм, с ума сойти. Вот это что такое? Платиновая кираса, мудрость плюс 1, обалдеть. Что-то было по счетам. Ловкость плюс 1, инициатива плюс 6, прям идеально.
Прям идеально. Но он стоит 2000 всего. Ребятушки, сюда. Я дубину балуан продал. Ну ладно, в принципе, дубину нам ничего не добавлял. Две. Он ведь, да? Ловкость идеально, инициатива идеально. Блин, обалденно. Вот еще посох бы одноручный был бы, вообще здорово было бы. Двуручный, падла. Так, во-во-во-во. Вот это тоже надо все покупать, блин, но это дорого. Пока вот так вот купим. Так, так, на вторую давай. На вторую посох. Вот так вот возьмем. С ловкостью будем ходить и посохом попробуем пошмалять. Посмотрим, что там такое за огненный шар. За 15 очков действия. Так, вес 36, да, нам на силу телосложения все-таки повышать. Но, как говорится, потом. Так, мы здесь искали? Не помню, нет, да? Нет, искали. Либо мы здесь искали, либо нам не повезло. Так, сейчас самое главное вот сюда зайти. Погнали. Сейчас это предложит нам свиток. И там будет сейчас зарумба. Надо будет тоже. Здорово. Эй, парень, не желаешь кое-что приобрести? А что это? Это очень древний свиток с заклинанием, с очень мощным заклинанием. И сколько ты за него просишь? Всего 250 монет. Хорошо, вот деньги. Вы отдаете деньги, получаете свиток. С удачной покупкой, парень, осторожней с ним. Ладно, пока. Подожди, еще, вот. Слушай, а ты хоть сам знаешь, что продал? Если честно, то нет. А что? Это было бы не слишком добросовестно с твоей стороны. Сейчас каждый вертится как может, извини. Ладно, больше так не делай, пока. Так, у нас здесь написано сразу по квестам то, что... Вот, в корчме я встретил человека по имени Ушак, который продал мне странный свиток. По-видимому, мне следует поспрашивать о нем у местных колдунов. Как раз таки одного мы знаем, да? Вот, давайте... Вот он стоит, давайте его и спросим. По твоему озабоченному выражению лица, я могу догадаться, что ты ищешь совета. Мне нужна небольшая консультация, посмотри на этот свиток. Так-так, очень интересно, очень. Где ты взял эту вещь? Один человек продал, а что? Это очень древний свиток. По легенде, он заключает в себе сильное заклинание духов, но надо правильно его применить. И тогда вызванный дух будет полезен любому, даже очень сильному воину. В противном случае, дело может кончиться плохо. А как его правильно применить? Заклинание надо прочитать в нужном месте, и тогда вызванный дух будет мирно настроен. После этого надо произнести сдерживающее заклинание, и он будет служить тебе вечно. Вообще-то, говоря, все это легенды, но может и сработать. А в каком месте надо прочитать свиток? Его надо прочитать около большого серого камня, что стоит на юге от корчмы. Понятно, а где найти сдерживающее заклинание? По легенде говорят, что его один злой колдун знает, Нур, который живет около гор. Добраться до него крайне сложно, так как дом его окружают злые чудовища. Ты должен победить их, и только после этого он расскажет тебе сдерживающее заклинание. Живет он здесь. Он отмечает на вашей карте точку. Спасибо, хорошо спасибо за помощь, всего хорошего. Да, нам надо будет вот до жилища Нура дойти, там победить всех монстров, и он нам расскажет заклинание, и нам дадут... собственно говоря, этого помощника. Но с помощником бегать не будем, потому что это падла опыт забирает. А мы и сами тут человек война, поэтому пойдет. Так, сейчас нам надо... У нас украли этот амулет чертов, да? И нам надо бы разобраться с этим. С этим совсем, поэтому... Так, немножко отвлекся. Давайте, наверное, тогда сразу и отправимся к этому жилищу Нура. Потому что я подумал, там появятся сундучки. И лучше, наверное, их вот открыть уже непосредственно с прокачанным скиллом, да. И пока мы туда идем, я так думаю, что у нас, в принципе, там наберем. Правда, у нас не так много места, но... Что поделать. Было бы круто, я вот не помню, есть ли тут какой-то, например... хранилище какое-то, было бы здорово, да? Но я совершенно не помню. Было бы туда неплохо складывать. Можно использовать какой-то именно... Так, бандиты. Может, можно использовать какой-то... Так, на, как-то одного. Этот сундук. И там не будет обновляться в каком-нибудь городе. Было бы здорово. Но надо попробовать. Так, стоп. Главное, урон не наносите, тогда загреться только один. Ага, вот она, чертова имба. Я нашел. Смотрите. То есть он пока не в атаке, но он сейчас быстренько включить и выключить. А, вот все.
Так, второй тоже, да? Ну вот, и иногда бывает такой момент, что он просто не успевает на тебя среагировать, ты слишком далеко стоишь. И можно безнаказанно его лупить. Но это не этот вариант, окей. Это так, так, у нас получается, сколько там было? Один ход, то есть 8 ходов. 8 ходов. Так, ой, какой-то быстрый. 8 ходов, 7 ходов. 7-9, короче. 6-8. 6-8 ходов. Все отлично. 6-8. 5-7. Короче, 5 ходов. Да, зараза. 4 хода. 3 хода. Так, давай хряпнем. Так, и 8 ходов опять сделаем. Вот так. Да, 8 ходов. 7 ходов. Еще бы не промахивался бы, зараза. 6 ходов. Надо скорее этот заклинание то прокачать уже было. Оно вообще ускорит битву, пипец. 5 ходов. 5. Отлично. Получается, тут я уже запутался, но вроде сейчас начнет бить уже. Поэтому давай. Вот так. Можно, в принципе, по одному урону делать. Вот почему очень важна мана и хелы в этом вообще не нужны воину. Ну, магу, в смысле. Ну, просто тупо маной все забить и все, и не париться уже. А потом вообще, когда хилка, еще можно прикупить хилку, и тогда хелы вообще не нужно будет. Просто тупо похилиться. Нужна там одна банка какая-нибудь оставить на всякий случай, знаете, там от крита от какого-нибудь, когда хелов много. Но сейчас пока так ничего абсолютно никто не может сделать. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас, на данный момент, вообще соперников нет. А там дальше уже посмотрим. Сейчас вот, наверное, ударит он. Нет, не ударил. А что такой крепкий ты, зараза? Так, сейчас нам опять навываливаться из рога изобилия. Да, какие-то стальные доспехи. Черт бы их побрал. Ху-ху, сюда. Ой, пипец, что-то я обознали. Мудрость плюс 4, инициатива плюс 4, вернее. Отлично, у нас. По-моему, у нас ловкость, да, 23, но она погоды не сделала, а то вот маны, сейчас нам пригодится еще инициатива, красота. Так, вес 3 килограмма, этот, да, палится железно обычно. Впритык, конечно, пипец. Так, у нас по левелу еще дофига, погнали дальше. Так, ну давай сразу. А, вот взяли? Не сразу и среагировал. Ну, да, получай тогда. И, наверное, все-таки одним надо ему. Потому что он сейчас побежит на нас. Вот так. Сразу отберемся. Вот и все. И замечательно. Единственное плохо вот это заклинание, что оно в помещении не работает, и там только палицы, ну, другим каким. О, кстати, а давай-ка попробуем этот посохом-то фиганем. У него заклинание есть. Так. Огненный шар. Нам не хватает, да, 15. Как я... О, черт возьми. Ну туда зашел. Вот тут должно поменять. А, я, наверное, не могу... Подожди, видимо, я не могу ее использовать, да? 10-23 у меня на стихии. Я, наверное, из-за того, что... Блин, тогда вообще посохи абсолютно бесполезны, если это так. Он тут как-то можно поменять. Вот тут меняется, типа, либо ударять, вот как я сейчас, да? Либо использовать магию посоха. Вот, сменить тип удара. Но он не меняет, поэтому, наверное, из-за того, что я не могу ее использовать. Бред.
Ну ладно. Что там? Заклинание посоха, ну-ка, а так? С? Не, нифига, он только бьет. Да, видимо, школу надо магией. Да, это вообще полностью барета, я не знаю, зачем он надо. Окей. Только время потеряли, тогда мы его продадим. Тогда мы его толкнем. Зачем тогда посох, если нужна единичка в магии, чтобы его использовать? Это бред. У меня магия стихии. А, кстати, можем ее качнуть, да и все, посмотреть хоть. Блин, не хватит, да? Давай сейчас, не в бою тогда. А, блин. Он в очередь стал, да? Получается, это у нас магия... магия чего? Я хрен его знает. Магия природы, получается? Да нет, там вроде. Там синий, так это магия стихии. Мы можем магию стихии. Видимо, нам надо до 5 ее прокачать. Ой, до 4. Ну ладно, фиг с ним. Бред собачьей кобылы. Вот такая вот фраза выдалась. Ну, бред собачьей кобылы. Блин, еще и банку пришлось сожрать. Сейчас там еще и тумаков навесит. А, нет, нет. Ну давай какие-нибудь супер тяжелые каменные штаны, как всегда, блин. Ничего не выпало даже с него. Ну, мерзавцы. Так. В общем, пока у нас бесполезный какой-то посох этот. Чертов, ну да ладно. Окей. Так, погнали дальше. Сейчас этого Нарзула убьем. Жилище на ура. О, отлично, дошли. Там сейчас, по-моему, монстры будут, поэтому... О, боже мой, их трое. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, делаем вот так. Сейчас надо его загреть одного. Зараза. Так, подходи. Оп. И урона бить только когда он подойдет. Вот так вот. Чтоб тени загрелись. Ой, 16. Ничего себе, я думал, у него хорошее сопротивление в природе. На, загрелся, падла, да? Али нет. Нет, загрелся вроде. Ну ладно, у них хп мало, поэтому пойдет. Успеем. А там бой? А, так это не бой даже. Хорошо как. Как же хорошо. Блин, вот по этим дрищам очень трудно промахиваться. Ой, очень трудно попадать. Они, этот самое, двигаются так, и, блин, фиг попадешь. Так можно и промахнуться. Так, давай сюда. У него хп 34 всего. То есть в среднем по 16, если бьем, то убиваем. Так, походу этот загрелся, да? Ну ладно, мы этого убиваем сейчас. Я говорю, убиваем сейчас. Вот так. Мы посмотрим, сюда пойдет или нет. Отлично. Давай, иди сюда. Не боюсь, не страшно. Да, магия, конечно, имба в этой игре, пипец. А с хелами, которые процент добавляют и хилят, это вообще просто чертова имба какая-то, я не знаю. А. То есть, получается, можно на 8 ходов себе столько хп набафать. Это, я не знаю, это надо будет попробовать. Если она такая же поломанная и стакается, то это... Можно там 1200 себе настакать успеть. А если еще скалироваться от текущего, а не от максимального, вернее, не от базового, который твой без скилла дают, да, то тогда это пипец. Вот ты стакаешь плюс 26%, а потом от этого числа, то есть сначала 70, да, там, ну, грубо говоря, потом от 70, потом 100 станет от 100, 200 станет от 200, и последний вот через 8 ходов, первый у тебя добавлял там, не знаю, 15 хп, а потом, когда у тебя уже 2000 стало, 23% от 2000-то. Ни хрена себе добавит, да? Это можно вообще просто, я не знаю, на бой себе столько хп наделать. Это надо будет обязательно проверить. Если это так, то игра поломана вообще к чертям. Это просто жесть. Надо будет с холлами обязательно посмотреть эту штуку. 77. Ну, по-моему, как раз дерево падает. Там сверху вот этот гумплен к нам идет, да? Да. Ну, я думаю, что мы успеем разобраться.
По 14 урон неплохо. 15, хорошо. Ну хоть не идти. А, не к нам он, видимо. Еще попадать бы. Да, он не к нам, блин. Я думал, сюда пойдет. Что ты, зараза? Нет. Давай сразу соберем, чтобы не возвращаться. Это все алхимический ингредиент, поэтому нам надо это брать. Тут деревяшки, наверное, да. Деревяшки не весят много. Так, давай сюда, там двое осталось всего. Давай вот так. Аспид там вообще не проблема для нас. Такое ощущение, как будто с инициативой я теперь первый хожу, на щит добавляют инициативу, и это прям здорово вообще. Классно, что на них надо всего два раза пшикнуть вот этим осиным роем, и все, и они не дееспособны. Красота. Но заклинанием, кстати, критов не выпадает. А может быть это из-за того, что шанс крита-то у нас равен нулю. Интересно, на заклинание шанс крита влияет или нет? Там написано только, типа, удар. Если влияет шанс крита, то значит влияет и точность. Ты по моей душе, интересно? Если это так... Но с другой стороны, это легко проверить. Вот когда у нас заклинание природы будет... Так, это падла сюда идет, да? Зараза. Это будет легко проверить, потому что если... ну это я уже помню. Да что ты... Вот видите, я про это и говорю, блин. А, это я болван просто. Ну, иногда тоже так бывает, что фиг попадешь, блин. Вот, опять прицельно. Просто промахнулся. Так, у этого хода 2 еще осталось, наверное. Да, я себе, по-моему, сделал, нет? Я, по-моему, себе добавил. Минус 9. Так, да, я себе добавил. Красавчик. Вот, а, вот чем опасно, блин. Да. Я у себя отнял очки действия. Блин, ну болван. Ну ладно. Заслужил. Заслужил, ничего не скажешь. Так, сейчас надо отойти, чтобы бить ее нормально. Блин, пипец, надо же было на себя наколдовать. Тут болван, а. Чёртова змея! И такое бывает! И такое бывает. Видите, как резко сразу маны надо больше, да? Потому что тебя постоянно будут бить, надо постоянно что-то делать, блин. Но маны-то не больше, вот именно очков действия, когда мало, это прям... О, все, вернусь. Это прям вообще отвратительно. 15, ну, на один раз. Насколько этот ускоряется бой, когда у тебя очков действия больше? Это пипец. Все, всех завалили. Всех победили. Так, пеньки сюда. Итого у нас... что у нас там по 500 опыта? Ну, наверное, сейчас даже, кстати говоря, он нам даст за квест опыта, да? Посмотрим. Так. Ты одолел моих созданий, человек. Чего ты хочешь? Я хочу поторговаться с тобой. О, кстати, мы можем толкнуть ему все. Подожди. Мудрость плюс один. Да. Ловкость нам пока не нужна. О, отлично. Хорошо. У него 156. Мы сейчас что-нибудь прикупим. Какая-нибудь говна. 4-8. Шанс на критический промах. Че он? О, ловкость плюс один. А у нас? Внимание, мудрость. Блин. Че у нас там дороже? Ой. Весит больше всего. 4-1. 2-7. То есть щит, да? За 200. Блин. Шило на мыло сейчас поменяем. Ну вот, наверное, самое очевидное, за 32. Давай, наверное, вот так тогда. Продадим, фиг с ним, да. 156, хоть немножко освободить. Хоть немного освободить веса. Очень не хватает, надо в силу тоже вкладываться. Даже не в силу, в телосложение. Так, я хочу знать сдерживающие заклинания. А, я так и думал. Не слушай и запоминай. Тале куналянт перекеле. Скажешь это, когда прочитаешь свиток у серого камня, и дух покорится тебе. А то переоставь меня одного. Уйти. Окей. Так, у нас, что по левелу, он нам что-то дал, да?
400 опыта осталось. Погнали теперь обратно в корчму. Там сейчас надо к серому камню подойти. Сейчас, может, еще повезет нам с кем-нибудь. Сдеремся? Нет, не повезло. Так, и го сразу к серому камню. Высвободим этого и, по идее, освободим сразу. То есть он... О, кстати, тут еще что-то есть. И освободим его сразу. О, бананы 3 штуки! У-ху-ху, сюда! Пипец они стоят. Офигеть. Бананы вообще по 700. А если торговлю еще прокачать, это... Ой, тут еще кто-то есть. Бяки-буки. Как нам? Бука и бага. Бага, мне кажется, бяка и бука, блин. Так, вам опирован. Отлично. Так, сейчас урона не наносим. Вот так вот делаем. У него баг с анимацией, то есть он сразу появляется. Вот так, хоп. Не знаю, что тут, что тут такого, но... Есть. Вот так вот. Вот так вот. Потому что эти сейчас гамадрил на нас тоже набросятся. Надо отойти. Во. Фига он мощный, да? Сколько у него? Сколько же ему надо-то? Пипец. До сих пор еще бегает. Ну, по крайней мере, урона не наносит. Так, 17. Очень плохое сопротивление у него. Замечательно, 17, обалдеть. Ага, все-таки сразу напали, да? Ну вот хорошо, что отошел. Там вот завалим его. Почему-то только у этих бяк и бук только вот такая тема. Остальные не багуются. Так, давай. Так, 8 ходов. 8. Ну, хотя с одним так уже можно не считать. Я бы просто второй подбежал. Так, нормально. Вот минус 20 у меня ходов. Сейчас посмотрю, если ударит. Ах ты, зараза. Так, у нас есть... давай, наверное, по одному будем бить. А. По одному будем бить. Чтоб сразу... Понятно. Ух ты, зараза. Яд, да? Вы отравлены. Давайте постой там. Главное этого добить уже, блин. Зараза, а? Сейчас может ударить меня. Хорош. Ну все, падла. Жалко, за них мало дают, блин. Опыта. И сейчас, наверное, за удар умрет и банку зря выпить. Ты зараза, ну ладно. Так, давай посмотрим, что нам там. Ага, мяско. О, мясо нам не надо. Мясо нам не надо. Так, ну что, погнали. Очень надеюсь, что сейчас нам левел дадут. Серый камень не выглядит чем-то необычным, но какая-то странная сила все же заставляет ваше сердце в волнении замереть. Мы можем поторговать с камнем. Нет, не можем. Прочитать заклинание вызова духов. Раздается ужасный скрип, и прямо из воздуха рядом с вами появляется призрачный воин. Он смотрит на вас пронзительным взглядом своих глаз и, кажется, выжидает несколько секунд, прежде чем напасть на вас. А как там его? А, вот, Тали Кунлят Перекели. 400, отлично, и опыт, замечательно. Ты освободил меня, огромное тебе спасибо, мое имя Илан. Много сотен лет провел я в этом свитке, с тех пор, как злой колдун заточил меня в него. Когда-то я был могущественным колдуном. О, ничего себе. Может, всю эту диалог на правую кнопку открыть? Вот это да. Колдуном, но подрался из-за женщины и был побежден. Я буду служить тебе до окончания своих дней, господин. Тогда пойдем. Здесь фишка такая. Все, то есть он медленный, но это не важно. Он телепортируется в бой, да, с нами. И в том, что здесь у нас опыт делится между ними. И, кстати говоря, можно его использовать как этот. О, я все деньги у него еще заберу. Говорим, тактика боя. Нападай на любого врага, то есть можно сразу говорить, больше не участвовать в схватках, пока никак, я передумал. Вот, и можем, то есть он у нас получается как мешок с переноска, грубо говоря.
То есть его можно использовать как сундук ходячий, но он будет жрать опыт, и мы будем очень медленно развиваться, поэтому я не уверен, что мы с ним будем бегать, так как мы пока сами справляемся. Все, следопыта мы взяли, теперь вы находите больше вещей в сундуках, бочках и трубах врагов. Это прям вообще обалденно. Экономический билд мы немножко выстроили себе. Вот, поэтому погнали, наверное, выйдем сейчас в город, в этот, да, и оставим его где-нибудь здесь. И можно будет, надеюсь, по крайней мере, на это, можно будет его, например, использовать как сундук, черт его знает. Так, либо какой-нибудь сундук вот из этих. Я не знаю, остается ли здесь эта штука, мы сейчас это все проверим. О, боже мой, вот это и главная его проблема. Бой-то может начаться в любом месте, а пока он дойдет до него, это пипец был. Так, ладно, давай. Куда? Так, оставайся здесь до моего прихода. Как скажешь, уйти. Все. Так, давайте проведем тестик небольшой, где там. Оставим здесь вот эту кувалду. Она стоит всего 32. Поэтому вот так и посмотрим, останется ли она здесь или нет. Остальное нам надо. Так, давай толкнем. Что у нас тут пожилая женщина? Все вот это продадим. Здесь у нас нам надо бы дробящий. Так, палец есть. Нам еще одно. Ослепляющий урой есть у нас. Меткий выстрел нам не надо. Сплясь не надо. Есть тут замечательно ХП. Блин, я не помню кого. Так, вот это нам надо обязательно. По-моему. А, известно, да, мы ее уже изучили. Окей. Так. Да, но остальное пока нам рановато. 4000 так-то. Блин, пипец, свитков, конечно, появлялась. Кошмар. Так. 900 уже 17, обалдеть. Посмотрите. Просто. Подожди, не продал. 3600, обалдеть. Просто 3600. Так, я думаю, что вот это нам не надо. Обалдеть. 3700 денег, ребятушки. Вот это прикол. Все, сейчас банками закупимся. И будет огонь. Так, ты что можешь мне сказать? Так, вот они, баночки наши. Так, и по рецептам давай сразу пройдемся. О, надо вот это все скупать. Вот это обязательно надо скупать. Так, рецепт сильный духом. Давай, берем. Так, и по банкам, да? 200 стоит. Так, 7 на 6 500. Получается, сколько на 200, да? То есть 5, 10, 15, 20 банок, я думаю, возьмем. Неохота считать, но вроде как хватает. 4900, да. Обмен. Вот, все. С этим, с маной на какое-то время мы все это решили, проблему. У нас теперь этой маны чем-то там хоть жуй. Вот, и здесь, наверное, надо прокачать, я думаю, все-таки телосложение, да. Посмотрим, что нам больше добавить веса. Потому что вес прям вообще хомяку такому, как я, надо. Плюс 2, без разницы, да. Тогда, наверное, давай... Телосложение. ХП все-таки. Нам силы не особо нужны. Плюс 4. А, это, они одинаково абсолютно добавляют. Окей. Все. Сохраняемся. И погнали тогда уже в этот. В главное, так сказать, это самое помещение. Посмотрим, что там зарезаться теперь с нашим новым навыком. Теперь нам надо вкачиваться, кстати говоря, в магию природы. Давай сразу вот так вот возьмем. До 4. Тут сейчас заруба будет, прям пипец. Так, давай вот с этим поговорим. Привет, парень, я вижу, в твоих глазах светится ум, поэтому ты вряд ли откажешься от разговора со мной. Ты ошибся, я непроходимый идиот пока. Хорошо, о чем ты хотел поговорить? Это просто ко все гениально. У меня есть идея, от тебя требуются лишь небольшие инвестиции. Нас тут обманут, я уже понимаю это, но тем не менее опыт дадут. Говори дальше. Ты слышал последний крик моды этого сезона? Слышал, конечно. Я говорю о подтяжках для карликов. Эта вещь только выходит на рынок, но уже безумно популярна. Мой план таков. Я снимаю торговое место, мы закупаем товар, продаем и выручку делим. Ну как? Давай поконкретнее выручки. Хорошо. Вот математические расчеты. За аренду торгового места 100 монет, за покупку товара 400 монет. Выручка будет 1500 монет, из которых ты получишь 1000. Все, что от тебя требуется, начальный капитал в 500 монет. И через день у тебя уже будет в 2 раза больше. Звучит приятно. Где же мы достанем этот товар? У меня есть связь, и я дам тебе адрес моего друга.
у него и закупишь парню. Ну что, по рукам? Договорились. Вот тебе 100 на аренду торгового места, где живет наш поставщик. Его имя Кавель. Найдешь его на центральной площади. Приходи, когда закупишь партию подтяжек для карликов. Да, позырим. Потом надо будет из него-то все выбивать. Вот, Погнали. Сразу по квестам. Будем, все не будем брать. Вот так по одному делать. Думаю, само то. Хотя бы заканчивать хотя бы будем. Так, вот он стоит. Да? Ты что хотел? Ваш друг посоветовал мне закупить у вас партию подтяжек для карликов. Это будет стоить 400 монет, правильно? Да, все правильно. Вам оформить? Оформляйте. Он заполняет бумаги, и вы становитесь счастливым обладателем партии подтяжек для карлика. Все готово. Так, ух ты, он еще и торгует чем-то, смотри-ка. Комитет к магии природы. Нам надо тоже бы бижутерии обзавестись. Потому что у нас ничего нет. Вот, мудрость плюс 2. Обалдеть. За 1600. Блин, денег нет. Ну сейчас будут. Блин. Блин, я жмал сила. Короче, надо бы вот это вот тоже все понадевать. Инициатива плюс 7, кстати говоря, тоже хорошая вещь. Но пока. Пока-пока. С тобой приятно иметь дело. Пока. Погнали. Кстати, как они выглядят, эти подтяжки? Но выглядят как подтяжки. Окей. Так, давайте сюда. Я уже все устроил. Ты купил товар? Да, подтяжки для карликов, как ты и говорил. Отлично, товар разлетится, как горячие пирожки. А теперь я пошел торговать. Хорошо, рад слышать, что все получается. Да, сейчас надо поговорить с ним. Он там типа стоит, торгует. Где-то там. Вот он. Он сейчас скажет, что надо что-то там подождать. День-два. Привет, компаньон, рад сообщить, что все отлично. Я почти уже все продал, деньги текут рекой. Скоро я все допродам, а потом пойду отдохнуть в таверну. Там я отдам тебе твою 1000. Договорились? Отлично, подождать несколько часов. Вот и все, приходи в таверну и там рассчитаемся. Хорошо, Проныра уходит. Даже название у него Проныра, так это уже повод насторожиться. Но, тем не менее, сейчас попробуем ему еще рожу набить, чтобы обратно получить. Он сейчас типа не при делах. Типа, ну, кто такой, я не знаю вас. Привет, чем могу служить? Как это чем? Я пришел за своими деньгами. Извини, брат, ты верно ошибся, я никогда тебя раньше не видел. Какие деньги? Как? Да ведь, ладно, видимо, я обознался, извини. Да, вот. Теперь у нас есть, по биографии ничего нету. Так, корчма, вот. Проныра обманул меня, он сидит в таверне и притворяется, будто мы не знакомы. Он не хочет отдавать мне мои деньги. Давай еще раз с ним поговорим. Ну чего, тебе вот пристал, я найду на тебя управу. Он усмехается, не понимаю, чем ты, парень. Уйти, еще раз. Найду на тебя управу. Можно просто, наверное, напасть на него. Но можно договориться с этими, с мужиком вот здесь. Но я думаю, что мы просто сейчас на него нападем. Потому что мужик тот говорит, что этот самый. А, кстати, ну-ка давай поговорим, может быть, после этого диалога появится что-то. Так, можем мне туда зайти? Не стоит меня тревожить, я на работе. Нифига себе. С золотым панцирем стоит. Уйти. Так, вот этот мужичок. Привет, парень, нужна работенка? А, он со злыми только, да? Мне к тебе дело, на торговой площади меня кто-то ограбил и лишил. Во, давай сначала вот это. Есть дело, меня обманул Проныра, он должен мне 1000 монет. Но делает вид, что мы не знакомы. Что ж, тогда, пожалуй, я помогу тебе. Я могу выбить из него деньги, но за свои услуги я возьму половину суммы. Если не согласен, разбирайся сам. Если ты прикончишь его, никто из уважаемых людей глазом не моргнет, обещаю. Ладно, я сам решу эту проблему пока. Все, теперь у нас есть запись, да? И, видимо, появится какая-то диалоговая ветка. Хрен лысого. В любом случае, мы сюда еще вернемся. Но давайте попробуем Пронурт этого наказать, так как мы сами спокойно можем это сделать. Так. Давай, сколько у тебя ХП? 92. Лажа. Я найду на тебя управу, окей. Так, погнали. А, да, вот. Только на открытой местности. То есть вот, пальца нам здесь понадобится. На, пороже. Да, он только один красный стал, никто не сопротивляется. Блин, у него сопротивление неплохое к магии. Богов или что там. Ой, хорошо. Как же у тебя мало этих. Как же у тебя мало.
Блин, наверное, на разговорную ветку было качать, и тогда мы с ним могли бы договориться. Ой-ой-ой, беру свои слова назад. Ничего себе. Хотел сказать, мало очков действия. А получается 8 ходов у нас. Не бьешь? Ой, отлично. 8 ходов, значит, 7 ходов. Шесть ходов. Надо обязательно караулить. Так, 5 ходов. Блин, сука, тут вояк. 4 хода. А убегать, наверное, начнет. Три хода. Ну, сейчас, наверное, уже кастовать можно будет. Два ходика, да? Так, в среднем по 8. 7 ходов. 56, да, у меня еще до хрена. Давай. Два хода покастуем, чтобы он по шапке не надавал. Так, получается, это у нас 8 ходов. Ребят, 9 ходов, да? Это сейчас 8 ходов. Все, сейчас точно завалим. Еще и дразнится, а? 8 ходов. 7 ходов. Да, все, побежал. Но это его не это самое, не поможет. Хорош. 300 опыта, обалдеть. Все, никто не против, да? Красота какая. Сейчас мы вернем свой амулет, по-моему. Да, нет, да какой амулет-то? Ты... 1000 монет вернем. 1100, замечательно. Ну, 300 опыта еще. Так, что у нас по славе? Наша слава изменилась. 16, я не знаю. Видимо, в плюс. Блин, интересно, в плюс или минус? Ну ладно, в любом случае у нас положительная она, поэтому нормально. Так, ну что, ладно, ребятушки, давайте тогда этот бордель оставим на следующую серию. Вот, и тут еще дофигища квестов. Тут вот зарубом, если с этими вот этими дядьками. Вот, и там будет вообще интересно. А на этом все. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всем самого хорошего. Всем пока.